Всем привет! Меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. Это у нас Medieval Династия, наша династия. Да, я тут один денек поиграла за кадром, потому что камни собирала, палки такое себе. Ну и не исходила, попродавала. Смотрите, как олени подрисовываются, бегают. Мы сейчас идем вот в этот городок Джезерика. Здесь мы были. Чё, тут я не помню, были, нет. Здесь мы точно были. Если что, на обратном зайдем. В прошлой серии вот тут полазили, купили удобрения. А здесь мы будем искать на это осеное зерно. По-моему, так называется. Ну, короче, вот для будущих животинок наших. Да, я решила вот с этого боку подойти. Ну и по пути будем еще охотиться и смотреть. А вот этот квест справа висит. Претендент. Это я в этом городе, где невесту все пытаюсь охмурить, взяла. Но он такой, там награда так себе, поэтому я его особо не делаю, пусть висит, сам скинется. И на смене сезонов меня обычно кидает в дом. Я не знаю, как тут будет работать, но я надеюсь, до 12 ночи мы до туда успеем дойти, хотя бы прикупить, что нам надо. Что же звук был? Потому что хотелось бы успеть. А если кинет домой потом, то это ничего. Я тут сильно не охочусь, не отвлекаюсь. Потому что это, если я увлекусь, на за оленями начнется беготня. А вот этого вот чувака нам можно завалить. Сейчас мы его завалим. Ах ты! Завалила, блин. Есть кто? Чуть с меня не завалили. Дожили. Просто с него мех вроде падает, а нам он будет нужен. Так. Блин, кнопки перепутала. Он каменный... Я два раза промахнулась. Понятно, почему так у нас получилось. Так, одна. Вот вторая. У меня их не так много с собой, поэтому надо... Так. А, мы вот через это озеро пройдем. Да давайте вот так вот и пойдем посмотрим. Естественно, волков-то... Ой, а лука порочкой, надеюсь, не кончится. Поэтому будем охотиться только на таких животных, которые агрессивные. Угу. Там кто-то есть, смотрите. Так. Это Мишка, да? О, какой красавчик. А, не, бизон. Тихо. Господи! Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Так, где? Это было немножко паникёрно. Нифига себе, сколько в тебя надо. Так. Вон одна стрела. Я... Как я ее туда-то попала? Так, тут еще больше никого нету. Ой-ё! Куда я опять полезла? Где он там? Тихо. А, вот он. Все? Боже мой. Пои пошла приключения искать. На это мягкое место называется. Я лук-то запасной не взяла. Это проблема. Мне же оттуда еще обратно идти, если что. А где тут? Так. Да, все правильно иду. Короче, сильно не агримся. Олень? Подорожник у нас еще есть. У нас еще... Тихо. Так, вот так, да? Олень. Ну, кстати, надо запомнить, что это озеро можно будет охотиться. Но это, конечно... Ё-моё, да что ж вы меня пугаете-то все? Олень, идите отсюда, пожалуйста. Мне вы мне нафиг не нужны, как говорится. Но мне бы найти это железо. Мы сейчас речку вот так обойдем. Чё шабалшит так?
Ну, в смысле, течет вода. Вот я про это говорю. Конечно, тут речка, но движение на ней не замечено. Ну да ладно. Ой, какая красота. Я уже, по-моему, в какой-то серии тут лазила. Текс, текс, текс. Ага, и чуть-чуть левее, да, вот туда идти. На. Тут вроде и мишка еще был, или опять бизоны. Но мы на них сильно не будем агриться. У нас с луком проблема. Я, как говорится, я хочу жить. Но от волков отмахиваться придется. Надеюсь, лук позволит мне до туда хотя бы дойти. А там можно будет подождать, и нас 12 ночи опять тпшнет в наш дом. Может быть. Ой, а мы прям туда идем? Нет? Нам туда? Да? Да. Ну, пошлите. Идемте. Я, если так, по чуть-чуть можно пробежками идти. До конца не доводить выносливость, чтобы, если что, стрелять было чем. И пошлите смотреть. Ой, сколько тут камушков. Так, потопали, потопали. Потопали. Прям с самого начала, а то приключение. Так. Надо оглянуться. А то вон дорога. Кстати, можно на дорогу, наверное, выйти. Да, давайте на дорогу выйдем. Чё мы? Как не люди. Для нас же дорога сделана, правильно? Для нас. А что же местность такая холмистая? Тут, может, пещерки есть? Так. Это я проверила. Ничего нету, да? Ну, где-то же должна быть, я так понимаю, железная, это, с железом пещера. Это я проверяю тут, лазю так чуть-чуть. Да, где-то, наверное, тут. С той стороны соляная, а, наверное, с этой будет такая. Нету никого опасного для жизни. Соляная, кстати, очень на виду вдоль дороги. Прям это удобно. Искать не надо. А вот такую, какую-нибудь еще, вон там еще дорога. Ай, ты ж, блин! Ты прям на меня, что ли, бежит? Блин, я не хотела. Боже мой! Так, здесь где-то пещера должна быть. Я думала, все, каюк у меня. Так, пойдемте стрелы соберем. И где-то, значит, пещера должна быть. Так, где еще стрела? Он откуда-то отсюда бежал, да? Блин. Пойдемте глянем чуть-чуть. Может, есть где-то что-то интересное. Блин! Ёпарасете! Это было жутко. У меня сломался лук, во-первых. Блин. Это было нечто. Ух ты ж, блин. Я просто не ожидала, что здесь такой писец. Так, где моя стрела еще одна? Знаете, что надо сделать? Так, я сохранилась. Отдельную сохранялку сделала.
Да блин, если что, лишнее выкинем. Я сюда потом приду проверять. Надеюсь, дойти до того места, где нам надо. Ё-моё, нам надо вот туда. Да, нам надо вот туда и налево. Я просто не знаю, в какую сторону в панике бежала. Нам туда надо. Сюда я можно идти исследовать. Там волк, по-моему, бегает. Короче, дойду, непонятно. Но попытаюсь. Не знаю, сильно ли быстро бегают волки. Это лисица. Так, не кидайся на меня, пожалуйста. Так, красных больше не вижу. Ух! До свидания. До свидания. Ага. Всё. Пошли нахрен все. У меня сломался лук. У меня есть лук, по-моему, в доме. Но... Не бежит за мной никто. Веселое приключение, очень веселое. Блин. Самое печальное на коленке не сделать лук. Ну, знаете, как топор собрал ингредиенты, и вот я это. Его надо только в мастерской делать. Ну, или в кузнице, не помню. Так. Господи. Чё вас тут потырить можно? Мы люди бедные. Как говорится, у нас вариантов нету. К вам пришли. Так, где торгаш? В доме, что ли? Девушка, вы чем торгуете? Покажи, пожалуйста. Каша, суп, бутылка соли. А где это сноб? Ой, до свидания, мадам. Мне с вами не интересно, конечно. Не, вы как невеста, конечно, вполне могли бы к нам подойти, но вы далеко. Как так? Что тут можно? Ну вот, мы с ней там поговорили. Можем, конечно, поговорить. Фигуру там. Так. Букет зимой, да. У нас все нормально. Когда-нибудь говорил, что у вас красивые глаза. Моя леди, фигура. Так, вот это. Все. Кстати, очень общительная дамочка. Вы что, всего один торгаш? Это я вот ради вот этого страдала? Хотя страдала я, скорее всего... Ага, тут какой-то квест есть. У кого тут? Пойдемте посмотрим. Кстати, тут и есть рыбацкая хижина. А что такое там? А нам к ним и надо. Ладно. Это рыбакин. Мой, кстати, также рыбачит. Не знаю, насколько у него там копье хватит, которое я для рыбалки сделала. Там из льна делается, пока я ему дополнительно... А мы рыбу вот так можем ловить? Или копье надо? Стой, мужик. О, товары. А, вот копье рыболовное, соль сушеная. Здесь типа рыбацкого, понятно. Могу я чем-то помочь? Какую? Начали переселяться, стали углажать для баланса. Не могли бы и от них... Не-не-не, у меня лука нет. Я бы с радостью. Вот честное слово, чувак. О, кстати, воды давайте попьем. Фуф, а то мы перенервничали. Давай, ползай. Чё, получается, тут больше никого нету, что ли? Это я чё, сюда зря топала? Интересно, где-то здесь должны быть какие-то пещеры. Сюда нам явно уже не пустит игра. Просто по логике... Вот сюда, я не знаю, можно. Мы вот тут где-то пещеру находили, так уменьшили карту. Здесь, сюда. Ну, можно вот так вдоль речки дойти вот сюда. Может, там и что есть торгаш какой. Сейчас еще раз глянем. Буду хотя бы... Надо запоминать, где что есть. С моей памятью, конечно, это такое себе. Ну да ладно. Ну все, получается у нас только вот. Ладно.
А, кстати, знаете, что надо было глянуть? Что можно потырить? У вас кирки нет случайно, ребята? Конечно, понимаю, что это такое себе. Что поделать? Не я такая, жизнь такая. Тазики у меня есть. Я же просто открыла! Ё-моё, когда-то в доме кто-то есть, нельзя открывать. Репутация династии минус, смотрите. Ладно. Здесь тоже в доме кто-то есть? Нет. Здесь вот открываю, вроде ничего, а там минус пошел. Так. Вы ничем... Ага, не торгуйте. Ладненько. Так. Выпрыгивай. Где у нас река? Вот так вот, да? И мы вдоль реки пойдем. Во-первых, так точно не заблужусь и дойду до куда надо. Ну, по крайней мере, я знаю, что... Да, вот так, думаю, там пройти можно будет. Там, правда, медведь, по-моему, где-то хотел. Но я буду очень надеяться, что мы доползем. Потому что я уже отвыкла топором отмахиваться, да и не умела. Но будем, если что, биться до последнего. Топали. Вот дорога. Зато я точно знаю, что надо вдоль реки топать, чтобы я не заблудилась. Это хорошо. А где вообще реально овес? Мы там были, там. Еще в у этого, ну, который охотник первый, где волки водились. Там неинтересно. Там дорога в другую сторону уходит, по-моему. Я лучше тут пойду. Хорошо звучит, красиво, прикольненько так. Пойдемте. Правильно идем? Ой, как классненько. Можно на ту вот так вот сторону перейти. Надеюсь, тут бег спасает. Мы, конечно, топот-то взяли. На всякий случай. Ну, дело такое. Лазение и изучение. О, смотрите, какой большой красавчик лазит. Бизончик. Он классный, кстати. Но, по-моему, он сам не агрится, если на него не кидаться. Поэтому все хорошо. Так. Кушать ты еще не сильно хочешь. Не надо мне паниковать. Можно чуть-чуть попить. Попили. Разглядываем красоты. И топаем дальше. Изучение. Вторая серия такая получается. Но надо. Как я семена найду, не лазя. Тут же не пишется. И нету списка, где торгаши все есть. Самое удивительное, здесь же вот... Вот тут-то вот домик. Он как бы даже толком не отмечен. А есть ли тут еще такие? Вот еще, кстати, есть. Я, по-моему, не знаю, была там, нет. Он без названия. Так, я, кстати, добралась. Надо сейчас налево поворачивать. Это хорошо. Так, я просто пытаюсь понять, здесь мы были. Да, тут тоже. Ну, вроде все поселения мы, получается, изучили. Ну, как относительно, естественно. Нам налево надо идти. Тут, кстати, волки есть. Да? Прям налево-налево? Да. Вон, а, отсюда же видно даже. Чё я на карту-то смотрю? Вот смотрите как, у нас даже время еще есть до 12. И даже никто не напал. Это мы когда напрямую пошли, на нас напали. Где торгаш? Вон. Пойдемте вначале к торгашу. Здесь, да? Вот тут, я так понимаю.
Подождите, подождите, не ложитесь спать. Теобальд, так. Ага. Железная кирка. Я, конечно, рада, но... Где овес? О, еще один. Так, это не то. Чувак, ты где? Вон там вижу. Стой, стой, стой! Или девушка ты, кто ты там? Девушка вроде. Покажи, пожалуйста, товар. Я понимаю, что поздно. Перо. Так, я не поняла. А где все равно брать? Так, придется все-таки опять гуглом пользоваться. Да что ж такое-то, а? Девушка. Крестьянка, одобрение. Как вы? Потом тяжкая работа. Угу. Так, прекрасная леди. Прекрасная леди. Все, не хотит. Так, а ты, чувак? Сколько тебе? Так, у вас как вы? Сплетни. Все, это у нас на будущее наши крестьяне. Что получается у нас? Мы-то облазили, но... Во-первых, получается, здесь этого тоже нету. Что ж с вами всеми делать-то? Блин, темно же. Короче, в груз... Вот это, по-моему, лезть смысла нет. Надо со столов забирать. Если что-то есть полезное. Вот с таких вот. Тут ничего нету. Чё, получается, надо еще можно в Денику сходить. Я там давно не была. Это вот туда. Ну, надеюсь, дойдем. Может, пшеница, но пшеница это пшеница. Овес это овес. Я просто не знаю, тут же может и местами корявый перевод, хотя уже русификация сколько сделана. Но перевод все равно бывает корявый. Местами у таких игр. Ну, я полазию сейчас, посмотрю, вдруг получится. Ну, пойдемте в Денику. Добежалась, походу, в Денику. За нами бежит волк. И я не знаю, убежим мы от него или не убежим. Блин, отстанешь ты от меня, нет? Нет, смотрите, не отстает. Так, понятно. Так, загрузить. Загрузить. Весело я. Да, без копья, без нифига воевать с ним. Копье сделать надо. Дерево, что ли, срубить. Попробовать копье сейчас взять. Потому что потом что-то не получается. Может, хоть отмахиваться получится. Долго загружается игрушка, конечно. Или не надо было напрямую идти. Сейчас посмотрю. Так, ладно. Это я вот тут сохранялась. Сейчас мы быстренько возьмем копье. На всякий случай. Все-таки как-никак оно получше. Ну а что? Лук не сделать будем, чем есть. Ой, прям на нас падает. Так. Так. Чего, всего два бревна, что ли? Ну ладно. Где копье тут у нас делается? Три штуки сейчас. Ой. Сейчас этого им его поставим на третье. Так, нам, по идее, надо вот туда. Попробуем тогда вот так обойти. Надеюсь, получится. А то я через леса пошла и там вот встретила его. Ну, хотелось бы по-быстрому. Еще я отключила. Так. Куда? Да. Не туда. Нет, не туда. Левее. Нет.
Так. Ой, господи. Приключения, да, мне не сидится, знаете, у себя дома. А сколько время? У нас, по идее, 2 часа. Куда нас швырнет, я не знаю, но мы попробуем добежать и поглядеть. По идее, нам надо вот туда. Эх, пошли. Попытка. Не бежим. Экономим, кстати, на выносливость бы какой-нибудь еды тоже. Было бы интересней. Вон дома. Пойдемте. Правда, я тоже ночью приперлась. Сейчас там все поди спят, и со мной никто не будет разговаривать. Тоже возможен вариант. А где тут вход у вас? Ребятушки, я, конечно, все понимаю. А разве у них такая стена была? А, тут же квест с волками. Так. Где тут? Вон торгаши. Надеюсь, получится с ними поговорить. Понятно. Поговорила, блин. Чудо я. А у кого тут квест? Блин. Вон там. Пойдемте попробуем. Это же квест с волками. Нам сказали ждать. Нам реально прям ждать-ждать, что ли, надо? Ага. Значит, придется завтра идти. Вот такая, вот такое вот приключение. Да, лазишь, лазишь. Дрова? Не, вот дрова мы класть не будем. Так. Как у вас дела? Ты у нас сноб. Так. Подождите, подождите. Моя леди. Вашей преданностью. Выглядите. Все, да? А вы, ребята, не сильно молодые? Нет. Ой, нормально. Так. Как вы? Как вы? Недавно. Так. Ладно, не получилось. Натуралист, как работаете? Тяжкая работа. Все. Что получается? Мы полазили, но из-за того, что мы полазили не очень удачно. Кто там? У нас только с вами, да, может быть? Торгаши спят. По идее, наверное, у них, может, что и продается. Зря я так далеко бегала, наверное. Я больше просто вариантов не вижу. Что у нас по времени? Час. Есть смысл домой идти, интересно? Плохо он не может лечь, знаете, там где-то поспать. А нельзя их разбудить? Люди, вставайте! Давайте посмотрим, может, потырить можно. Так, это что? Корзина вот этих плетеных я сама наделаю. Это все знают. Факел включи. Пойдемте полазим. Так. Что тут есть? Бяшки. Да, тут бяшки. Еще и факел сломался. Да ёпарасоте. У нас есть запасной? Да, есть. Вот, 2 целых. Не люблю в темноте лазить. Да не трогаю я вас. Сколько ты стоишь? 2 800. Мелкий подешевле, типа вырастешь, не вырастешь. А ты чё в текстурках застрял, бедненький, или ты так лежишь, типа? У тебя вряд ли, скорее всего, в текстурках застрял. Бедняжечка. Я просто 12 жду, думаю, может, туда перекинет, и не надо будет самой топать. Да, я хитрая. А что быть? А что делать? Потому что лень. Бежать опять на волков нарвусь, надо лук делать, стрелы. Вроде ничего не покидало. Так, ну ничего такого нету. Ой, печаль, беда, огорчение. Ну сколько там время-то? О, сейчас. Давайте факел уберем и ждем. Нет, побежим сами. Что делать-то? Угу. Все, прогнушка пошла.
Видите, как репутация династии изменена, минус один. Автосохранение, новый квест, плати налоги. Дневник, плати налоги. Я говорю, дневник! Кнопку постоянно. Так, деньги есть. Деньги есть. Жены нет. Все восстановилось. О, весна. Сейчас мы по Бырику пойдемте заплатим на... А что я сюда пришла? Вот что я сюда пришла? Я пришла-то... Мне вот сюда надо мясо все выложить. Да, надо мясо все выложить. Так, вот это вот я имею в виду, сырое. Так, сюда ресурсы для шитья, вязания всякие. Где они у меня? Я вот про вот эти. Так. И так. Что влезло, запихали? Сейчас, что может там накрафтили ребятушки наши, заберу. Вот это сюда. Мех не влез, видно, вижу. Вот корзиночки наша крестьяночка наделала. И ножи. Вот так заберем. Во-первых, грузоподъемность, видите, перегружена. Дрова я, кстати, 400 с лишним делала, но тоже уже все. У нас получается по семенам, по семенам, по семенам. Сейчас надо будет сажать, покажите мне. У меня есть лук, капуста, рожь. Так, изготовление можно сеять осенью. Летом. Можно вот сейчас лук надо будет посадить. Морковь. Зерно льна. Короче, у меня тут много чего можно посеять. И знаете, надо будет еще починить. Да, тут как весна начинается, очень много работы. Гнили нету? Гнили. Ох, как я тебе рада. Пока сюда. Где ты там? Все. Все выложили. Пока нормально это. Ребятушки, надеюсь, у вас тут все хорошо. Мне ничего не высвечивается. Пойдемте. Там квестики заморгали. Но потопали. Все, почти дошли. Сейчас быстренько все заплатим. Я забыла, что у нас еще лук не экипирован. Нам, короче, и посадить надо. Ух, работы. Ой, дамочки, дамочки, дамочки. Я сейчас вернусь. Так, Юни Гост. Так. Вот он сидит, да? А, нет, он что-то хочет. Не могли бы помочь мне так? Не могли бы избавиться от этих... Так, я могу это сделать. Так. Так, так, не надо так, это называется. Я взяла квестик. Будем в течение весны попробуем сделать. Вот он наш. Кто нас обдирает, блин. Так, хорошо. Самая большая заставит сам было заплатить от мопризденным преступникам своим охотничьим знаниям. Давайте не будем вмешиваться. Хорошо, считайте, сделано. Да, пожалуйста, этого должно хватить. Вот он правильно делает, не платит тебе налоги. Вот ты кто. А с кем надо поговорить? С Калалина, Ирмина и Теобальд. А это здешние? Кстати, что у тебя на продажу? Покажи, пожалуйста. Ага, ага, ага. Мне интересно. И так наш грабишь. Так. А вон еще продавец. Пойдемте к нему сбегаем. Что тут интересного? Интересного. Это я сама все могу сделать. То, что я сама могу сделать, я не хочу покупать. Коробушки. Чем могу помочь? И нашли люди не на шутку на последнее время. Да, конечно. Да подожди ты, блин. Я еще товар хотела глянуть. Удобрения. У нас сколько денег? Мало денег у нас. Но мы возьмем удобрения. Потому что надо засадкой заниматься. Хорошая погода. Ага, все. Мы набрали, по-моему, все квесты. Сейчас гляну. Алвин остался, но с Алвином я потом разберусь. Денег на удобрения потратила. Ну ничего, сейчас будем засадкой заниматься. Еще тут... подождите. Блин. Ладно, пойдем.
У нее, по-моему, и не бывает семян, да? Так я вас всех посмотрела. Крестьян, вас тут так много. Так, привязаны 70. Прекрасная леди, сноб. Моя леди, не могу похвалить вашу фигуру. Я хочу вам сказать что-то прекрасное. Это действует как магнит. Красивейшую фигуру. Ладно. У вас как? Прекрасная леди. А, вот мы еще даже недавно увлекся охотой. Надеюсь, вы справляетесь. Как вы? Вот так. Теперь можно и так. Ага, понятно. Не то выбрала. Вы, мадама. Прекрасная леди. Какое вот так одеяние. Блин. Надо читать, что говорю. Сноб. Одеяние. Вот она любит, да, она сноб. Красивые глаза. Блин. Так, с тебя мы не трогаем, чтобы ничего не сбить. Крестьянка, прекрасная леди, вашей преданностью. Так. Знаете, довольно так. Ага, понятно. Ну, вот с этой вот у нас с двумя ничего так идет, можно будет работать. Так, что у нас там по квестам получается? Дневник. Награда факел, железный. Репутация, это хорошо. Надо убить 5 волков. Ночная охота. Так. И вот это вот. Каролина, Ирмина. Ага. Кто у нас тут есть? Они где-то показаны? Наверное, вот сюда надо, да? Я так понимаю, будет идти по квесту. Подождите. Что там надо? Каролина, Ирмина. Теобольта, мы так поговорили. Сейчас я вот так гляну. Нету? Дорога Далибор. Да, здесь их нету. Получается, надо в те деревни топать. Угу. А что нам за это дадут? Это у нас история Юнигоста. Это, наконец, подействовал квест, который надо было ждать. Он послал забрать у 3 разных... У Каролины в Хорнике, Ирмины в Рорнике и Теобольте в Леснике. О-о-о. Я должен поторапливаться. Это мы должны налоги забирать. Так, династия продолжается. Тут надо супругу. И налков, блин. Это мне сейчас надо пойти домой, все там посеять, взять лук, идти разговаривать и по пути отстреливать волков, получается. Но этим мы займемся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться. И всем пока-пока.